понадобится. Проехали Ильинско-Потомское, заправились на заправке Роснефть. И вот та самая дорога, которая нас все очень пугали. Мы заверили, что мы доедем до нее. Как видите, это первая дорога, где нет асфальта, она отсыпана. Хотя всю дорогу шли дожди, но создается впечатление, что очень-то нормально пока. Едем, движемся. Рассказывают, что на этой дороге в распутицу застревали абсолютно все. Сейчас мы едем, вроде как ничего. Держим 39 километров. Как отсыпали, блин. Что? Ну какие нити отсыпали. Куда идут куда наши налоги? Ну вот как раз 40 километров. Участок, можно сказать, ну, сравнительно ужасный, длится ровно 4 километра. Я поторопился сказать, вот еще, видимо, участок такого не асфальта. Но, в общем-то, нормально пока. Машина едет, мы тоже едем. Это 12 километров от заправки Роснефть. Тевкар. Чтобы тот участок мы бы здесь не ехали. Поверните налево. Поворачиваем. Он поворачивает. Продолжайте движение. 97 километров. А сколько метров? Заканчивается. Снова мы выйдем асфальт. Получается ровно у нас 18 километров дорога, которую, можно сказать, не асфальт, а утрамбованная грунтовка, которую мы прошли со скоростью 40 км в час. Без потрясений, можно сказать, легко. И снова мы видим асфальт. До Сыктывкара у нас осталось 200 километров. Жик-жик-жик. Какие-то пейзажи непонятные за окном. Едем. И о, впереди асфальт. Значит, сколько у нас ровно? 6 километров, да? Вот он на асфальт. То есть участок, который может быть проблемным, 6 километров. Это чепуха. Смело езжайте той дорогой, которую вас ведут навигаторы. Ничего не бойтесь. Никого? Никого. Нас заверили. Вперед, впереди Визинга. Субтитры сделал DimaTorzok.